Приветствую вас. Давайте мы с вами сразу оговоримся. Значит, что меня как психолога в первую очередь интересует. Не то, как вам сказать своему парню, да, о том, что вы там не готовы к браку и не хотите детей. А меня интересует в первую очередь причина, по которой вы сомневаетесь, как сказать ему об этом. То есть причины вашей неискренности меня интересует в первую очередь. Вот. И мне кажется, что весьма важный это момент, потому что он, этот момент, и составляет единое тело вашей проблемы. Вот. Которую вы описываете. Понимаете, какая история? Вот, то есть, если вы хотите разобраться в ситуации досконально, то я рекомендовал бы обратить внимание именно на это, на то, почему вы сомневаетесь, что составляет ваши сомнения. Вот. Понятно, да? О чем идет речь? А что касается собственно того, как сказать, то здесь, на мой взгляд, история следующая. Значит, вы не сможете подобрать слов, ну, адекватных, так или иначе. То есть, как бы вы ни старались, слов вы не подберете. Потому что правда, она, вот она. Вот, и поэтому, если вы хотите сказать человеку что-то, ну, своему молодому человеку, то скажите ему об этом прямо, так как есть, и все. Это будет самым лучшим, что вы можете сделать для него и для себя, кстати говоря, тоже. Вот. Я очень хорошо понимаю вас, очень хорошо понимаю, что вы, ну, возможно, считаете, что вам рано еще замуж выходить, и как бы думаю, что вы вполне
имеете право пожить для себя, вы вполне имеете право на развитие, на, ну, на собственную жизнь, вот. Но для этого необходимо, чтобы вы заявляли, вот, вы заявляли о себе, о том, что, ну, о том, что вам хочется, вот, потому что сейчас, пока что, ну, вот, как это мне видится, да, сейчас пока что вы просто ждете, что вас услышат, вас поймут, вот. Но правда заключается в том, что не услышат и не поймут, если вы сами, да, не будете делать ничего. Вот, вот примерно так можно, вам ответить. Если есть блоки, какие-то сопротивления какое-то, вот, то, соответственно, можно будет с этим поработать. Вот, ну, то есть, сопротивление снять, там, и так далее. Вот. А в этом можно вам помочь. Ну и можно проанализировать, насколько вы подходите, значит, друг другу. Это тоже, вот неплохо сделать перед заключением брака, если у вас, ну, если у вас все серьезно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.